А в возрасте того же детства, 6 годков от роду, меня отдали в музыкальную школу. В музыкальную школу имени Прокофьева. В подготовительный класс, в подготовительную группу. Дело в том, что это было как бы не то что приказом, а самым большим желанием моего деда, которого я, к сожалению, не помню, потому что он ушел из жизни в день моего рождения, когда мне было 4 года. Отрывчатые такие воспоминания. Так вот, он с бабушки как бы взял слово, чтобы я училась в музыкалке. Бабушка слово сдержала, я 8 лет отучилась, 8 лет в музыкальной школе имени Прокофьева. Но этого могло и не быть. Ну так вот, в 6 лет меня привели в музыкальную школу, меня прослушали, я простучала ритм, повторила какую-то песенку, которую мне наиграли. И взяли в подготовительную группу, а руководила этой подготовительной группой Анна Павловна Верник. Да, та самая мама двух известных верников на телевидении. Тогда они были, один был моим ровесником, второй чуть постарше. Женщина, она была, Анна Павловна, своеобразной. У нее была необычная для тех годов стрижка, яркий медный покрас волос и сногсшибательная ярко-красная помада на больших губах. Мы там водили хороводы, пели, танцевали. И закончила я вот этот вот годик подготовительной музыкальной школы очень хорошо. И, соответственно, меня должны были сразу как бы оформить в первый класс. С инструментом сама школа определилась сразу, это должно было быть фортепиано, потому что у меня как бы длинные пальцы довольно-таки, и я потянула бы на себя и даже рояль, чертовски скользкий инструмент. Ну так вот, меня отдали на фортепиано, и моим учителем стала Наталья Алексеевна Серганова. Очень симпатичная, миловидная женщина, такая взбитая, взбитая, взбитая вся, но очень интересная. Когда я осваивала игру на клавикордах, как мне потом рассказала бабушка уже, когда и 8 лет школы были позади, и вообще, она сказала, кажется, меня хотели после первого года отчислить из музыкальной школы, потому что Наталья Алексеевна подошла к бабушке и сказала, что у меня очень хорошие пальцы для данного инструмента, но они очень слабые, как лапша. И что если вот они не окрепнут за этот первый год обучения, меня придется отчислить, даже учитывая, что у меня как бы практически абсолютный слух, ритмика и все дано, придется. Но этого не случилось. Я не скажу, что мои пальцы окрепли как бы за этот первый год, но во второй класс меня таки перевели. Еще интересный момент был таким. Я как-то не понимала, всегда вот внушалась классика, классика, классика. Это было так пафосно, так важно. И вот эта классика, которую я играла, маленький, да, вот, ну что такое ребенок, 6-7 лет, да, это маленькие какие-то формы, какие-то вырезочки из больших музыкальных форм Баха, Генделя, там Прокофьев, но это очень сложная была музыка, это, пожалуй, что постарше было. Вот. Этюды бесконечные, гедики, как сейчас помню. Как-то мне это было неблагозвучно, это была как бы тренировка для моих пальцев, для ритмики и так далее. А Наталья Алексеевна очень часто показывала мне душу произведения, но делала она это своеобразно. У ребенка, мне как вот кажется, в 6 лет у него еще нет души. Или она настолько чистая, и она везде, что сконцентрироваться на том, что хотел вложить вот данный композитор в свою музыку, там писатель,
или поэт там, в свои стихи, или прозу, художник в свое полотно. Ну, ребенок мыслит иначе, он не может понять. У него свои собственные ассоциации, которые он тоже не может понять. Нельзя ему внушить. Но вот Наталья Алексеевна, она часто на моем плече, останавливая меня, проигрывала. То есть как, вот с каким, не то что нажатием, а как это должно звучать. Она довольно плотно вот так вот мне вжимала свои вот эти пальцы в плечо, чтобы я прочувствовала музыку. Тоже очень своеобразно. Сейчас это кажется как бы абсурдным, как можно прочувствовать музыку нажимом на плечо. Ну, знаете, да, как-то прочувствовалось, но я опять-таки играла сообразно ее, Натальи Алексеевны, чувством. Свои-то я не могла обнаружить, у меня своих чувств не было. Это рождало, конечно, какой-то не то что антагонизм, это рождало какое-то непонимание еще больше, то есть нежелание понимать этой музыки. Ну вот Наталья Алексеевна так понажимала, ну и я так понажимаю. Наверное, это правильно. И, конечно, экзамены, которые были, и концерты уже в первом классе, да, вот специально на концерт готовились какие-то музыкальные формы. И я сама себе говорила, сидя за роялем, когда играла все же наизусть, без нот, да, то есть вот объявляют тебя, ты выходишь в маленький концертный зал такого камерного вида, в хорошем смысле камерного, небольшого, то бишь. Восходишь на немножечко ступенек вверх, садишься к роялю и начинаешь играть. А рядом стоит еще один рояль, вот, допустим, и ты играешь концерт со своим педагогом, то есть он аккомпанирует, ты ведешь тему. Ты можешь играть, допустим, только правой ручкой сначала, а потом левой ручкой. Но вместе вот с педагогом это вызывает очень красивое созвучие. Ребенок-то маленький, только в первом классе учится. А когда Наталья Алексеевна за 45 минут нашего урока отходила попить чаю, я всегда как бы не то что ждала этого момента, а я его ощущала. Вот закроется эта дверь, обитая всяческим поролоном, потому что везде классы, 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 чтобы не было звука проникновения, то есть звукоизоляции было, чтобы хорошая. Она мне говорила, ты вот отработай вот этот момент. Ну, конечно, вот сейчас бы я так подумала, да. Я говорила, да, да. Скорее, что это были именно кивки моей тогда очень белокурой головы, заплетенные в косички, в бантики, в бараночки уложенные. И вот только она исчезала за дверью, как я начинала играть свое. Я так это называла, свое. И первым своим у меня была варшавянка. Вихри враждебные, да, над нами там, да, веют над нами, да. Вот, я начала ее играть. То есть, как бы, мне это передалось от моего деда, который как раз очень хотел, и чтобы я училась. И мои родные говорили, что вот манера игры, уже потом, да, игры, владением инструмента, я очень напоминаю деда, который нот не знал, а всегда подбирал, даже второй концерт Рахманинова. Выступал в саду Баумана, вот в этой ракушке на концертах, даже есть фотографии. Вот, и что вот этот остался мне от него. То есть я слышала эту варшавянку где-то, да, и я начала ее подбирать. И вот в один такой подбор Наталья Алексеевна таки меня застукала. Она зашла в наш кабинет и сказала, что ты только что играла. Я сказала, вихри враждебные веют над нами. А где ты ноты взяла? Я сказала, нигде. А ты по слуху? Я говорю, ну, я слышала, я не знала, что такое по слуху. Да, а сыграй-ка еще раз. Я ей наиграла, она после этого положила мне руку на плечо, но уже не с продавом, как нужно играть. Наверное, я сыграла очень именно так, как чувствовала я, и то, что хотела я. Положила мне руку на плечо и сказала, пойдем.